Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Муник здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить муник при регистрации. Также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня у нас будет необычное видео, в этом видео я буду экспериментировать, буду работать с помощью админки на работе инкассатора и посмотрим, сколько мы сможем заработать за 10 минут. Я думаю, это вам будет интересно, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Как я думаю, вы поняли, сегодня у нас будет необычное видео, такой некий эксперимент. Сегодня буду работать на инкассаторе с помощью админки. Буду просто телепортироваться и посмотрим, сколько здесь минут мы заработаем. Деньги я себе оставлять не буду, я их просто дропну куда-то в пустоту и все. Сейчас поедем в банк, я положу свои деньги, чтобы мы точно видели, сколько я заработаю. Вот у нас банк получается, сейчас залетаем. Быстро положим все свои деньги, которые у меня есть на руках. И посмотрим, сколько мы сможем заработать. Мне кажется, где-то 1200 мы точно заработаем за 10 минут, хотя может быть и больше. Я просто не помню, какая зарплата на инкассаторе за один раз. Поэтому сейчас будем пробовать. Так, давайте пополнить счет. 626 157. Вложим мы деньги. Все, теперь у меня вообще денег нет на руках. Если вам зайдет данный формат, пацаны, то я с радостью буду снимать для вас, потому что я считаю, то, что это интересно. Вот просто представим такую ситуацию, то, что... У меня есть читы, хотя читите, пацаны, это плохо, запомните. И я просто буду телепортироваться. Все, я уволился с работы, теперь давайте устроимся инкассатором. И, в принципе, сейчас телепортируемся в банк Арзамаса. Именно там у нас находится работа. Вот, пишем GPS. Потом убираем основные места. И убираем банк Арзамаса. Все. И здесь у нас находится работа. Только где устраиваться, я, честно, не помню. По-моему, где-то в середине, да, по-моему, надо устраиваться. Поэтому забегаем в банк. Сейчас устраиваемся на работу. И будем пробовать. Ну что ж, давайте приступим к работе. Я уже готов. Я разобрался, как здесь работать. Просто я немножко забыл. И теперь давайте работать. Загружаем нашу машину деньгами. И будем просто с помощью телепорта зарабатывать деньги. И посмотрим, сколько мы заработаем за 10 минут. Сейчас время у нас получается 14.06. То есть 14.16 мы должны будем закончить. Все, подъезжаем, загружаемся. И... Вот у нас первый, да? Получается, первый банкомат. Прямо здесь. Серьезно? Окей. Так, что нам нужно сделать? Мы подходим, нажимаем N и пополним банкомат. Все. На мини-карте отвечен тот, который сейчас пустой. А, понял, хорошо. Ах, нахера мне тогда это показывало? Сейчас, короче, посмотрим. Походу, все банкоматы уже заняты, да? Или нет? Так, а где пустой банкомат? Вот он. Там, вон пустой банкомат, давайте к нему быстро сбегаем. Бля, это на самом деле сложнее, чем я думал. Потому что, бля, телепортироваться, как бы, это тоже нелегко, надо еще попасть. Так, давайте подходим, оп, все, получаем 24 тысячи за один раз. И посмотрим, сколько мы заработаем за 10 минут.
Ну что ж, пацаны, прошло уже 10 минут, и я заработал... Сколько? А, нет, еще не заработал, секундочку. Тут банкомат заполнен, сейчас вот эту последнюю партию отнесу бабусиков, и будет нормально. Так, вот, вот сюда куда-то надо. Так, все, вот последняя партия, я отдаю. И я заработал 260 тысяч примерно, да? Я считаю то, что это очень неплохо. Ну, серьезно, это очень неплохо. Как бы 260 тысяч с телепортом за 10 минут. То есть за час можно лям заработать. Как бы за час лям. Я считаю то, что это очень даже нормально. Так, нет топлива, понял. Ну все, то давайте я закончу работу. Деньги я дропну, себе их и забирать не буду. Сейчас прям при вас все это сделаю. Ну, типа бабки просто дропну и все. Я надеюсь, то, что вам понравилось это видео. Если понравилось, то поставьте лайки, напишите приятный комментарий. Если я вижу на этом видео хорошую активность, то я запишу еще какое-то подобное видео, на котором мы будем работать, типа, с помощью телепорта, с помощью админки. Поэтому как-то так. Так, где-то здесь бабки, я помню, дропать можно было. Так, благотворительный фонд. Так, давайте вот 200 тысяч... 50 тысяч, 50 тысяч. Так, и вот 10 тысяч. Ну все, я почти все бабки дал, получается, в благотворительный фонд. Хотя не понимаю, зачем он там нужен.